зачем нужно идти на выборы. Районные власти призывают жителей к активности. Сосновая Поляна – не первый муниципальный округ, где прошли встречи, посвященные предстоящим выборам. На собрание пригласили активистов, членов общественных организаций и даже руководителей предприятий. Для того, чтобы обеспечить, прежде всего, своим работникам их право на участие в выборах. Это и организация определенного сменного режима работы с тем, чтобы люди смогли успеть проголосовать. Традиционно на таких встречах обсуждают и насущные проблемы района. В этот раз жители подняли вопрос о состоянии Новознаменского парка, который, по их словам, превратился в пристанище для пьяниц. Отвечая, замглавы Андрей Красносельских объяснил, что закон слишком лоялен к таким нарушителям. Надеюсь, что вот те депутаты, которые придут, закончат миндальничать и примут соответствующие законы, которые позволят на месте нарушителя наказывать, а не выстраивать эту длинную процедуру, которой мы сегодня, так сказать, занимаемся там, когда она растягивается на месяцы, когда уже теряется смысл наказания. Для Красносельского района такие встречи особенно необходимы. На последних выборах в районе была едва ли не самая низкая явка по Санкт-Петербургу. Уже не говоря о том, что в районе 10 лет не было своего депутата. Никто не представлял интересы жителей законодательной власти.